что жалуемся? Мы снимали его 10 дней назад. Денис Синютин считается одним из лучших терапевтов Энгельса. В свои 31 возглавляет отделение второй поликлиники. В минувшие выходные его задержали. Врач подозревается в растлении малолетних. Он способен сосредоточиться, собрать волю в кулак и двигаться к намеченной цели. Сегодня от коллег Синютина такое вряд ли услышишь. У врача при аресте изъяли фотографии и видеоматериалы. На них, кроме него, еще две женщины. Они также задержаны. На кадрах, говорят следователи, явно видно, троица совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних. Как позже выяснилось, издевались взрослые над своими собственными детьми. По неофициальным данным, одна из задержанных еще совсем недавно работала в детском саду города Энгельса воспитателем. У женщины двое детей – 6-летняя дочь и 7-летний сын. По данным следствия, в сексуальных играх мамаша принимали участие оба ребенка. Третий фигурант дела – 45-летняя женщина-фармацевт. У нее 15-летняя дочь. По всей видимости, девочке тоже пришлось терпеть домогательство со стороны матери. Все трое были задержаны в субботу вечером и уже дали признательные показания. Вина их, на мое мнение, доказана уже сейчас полностью. Нами изъят компьютерный файл. Содержание не оставляет никаких сомнений в виновности этих лиц. Эти действия караются очень жестко, и они караются до 20 лет лишения свободы. Сколько именно детей пострадало от действий извращенцев, следователи пока не говорят. Известно только, что растление малолетних троицы занималось около года. С пострадавшими сейчас работают психологи. Пройти обследование предстоит и задержанным, но уже на вменяемость. Ну, дальнейший план, надеюсь, все-таки найти себе девушку, создать семью. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости, Телеобъектив.